Только посмотри, какая сегодня луна. Неплохо, но моя мама делает лучше. Это будет довольно весело, я думаю. У вас есть что-нибудь, капрал? Я думаю, нам нужно разобраться с этим. Шевелитесь, идиоты! Шнель! Шнель! Смотри по сторонам. Еволь! Черт, мы потеряли его. Что? Я знаю, нарушитель там, я чую его. Извини, но эта дорога закрыта. Что? Что ты имеешь в виду закрыта? Она не может быть закрыта. Это единственная дорога в Пейдаборн. Я знаю. И Самундзе. Закрыты.
вследствие особых условий безопасности на время приближающейся церемонии абсолютно все переговоры по рации около деревни Пейдаборн запрещены в течение последующих 24 часов по приказу... Да, я знаю, но это приказ генерала фон Стауфа. Послушай, я не хочу отвечать за это, я не сдвинусь с этого места, пока ты не пропустишь меня. Как хочешь, я здесь до завтра. Подожди, не стреляй! Заходи внутрь! У меня есть кое-что для тебя. Все полагают, что ты сможешь использовать это Стэн с глушителем. Он использует те же патроны, что и МП-40.
Благодарю тебя. Это безнадежно. Заткнись ты, грязная свинья. Ах, литур 38-го, литур 38-го. Да здесь нет такого вина. Стой смирно, солдат. Ты позоришь рейх. Почти готово. Минутку. Сэр, около 3 часов. Thank you.
быстрее! Я служу вам, мой повелитель! Что за... Я не верю в это! Я не верю в это! С меня хватит! Меня достало это место! Еще один такой день, и я сойду с ума! Что еще? Я. 5, 4, 3, 2, 1. Now we've known of the existence of Castle Wolfenstein for some time, but we've only recently heard reports from our Kreisau circle contacts in the German resistance regarding bizarre occult rituals taking place there. You wanted to see me, sir? I just finished reading the last of the reports. It's still hard to believe. Yes, sir. Well, I suppose we can close the book on Operation Resurrection, shouldn't we? Jack, I think that Major Blazkowicz deserves a medal for what he did. Seeing how this mission never officially existed. I'm sure he understands, sir. Well, I hope at least he's enjoying some well-deserved time off. Oh, yes. He's off on a little R&R as we speak. Ah, excellent, excellent. Anything special? Dynamite planted. Я думаю, точно так же, сэр. Но это уже второй раз, когда всплывает это имя. Сначала на раскопах, а теперь на ракетной базе. Определенно есть связь между головой смерти и паранормальной группой. По словам ученого, этот проект — это детище головы смерти. Он давно ведет эти разработки. Подобные проекты предпринимаются с 1937 года. Мы знаем, что он занимается разработками различного нового оружия, включая исследования ракет. Ходят слухи, что там ведутся сверхсекретные разработки биологического оружия. Thank you.
planet. Defend our objective. I'm on defense. Yeah. Was ist denn los? Wer scheißt denn da so lange? Eine Frage. Die Königin der Schüssel. Coming! Ah, medic! Medic!